Здравствуйте, меня зовут Ольга. В этом видео покажу, как оформить заказ компании Atome с мобильного телефона через мобильное приложение. Во-первых, хочу обратить внимание, что у нас в компании такое приложение есть. Вот, смотрите, один из значков на моем экране – Atome Mobile. На синем, на голубом фоне сумочка написана Atome. Скачать данное приложение можно либо в Play Market, либо в App Store, если у вас iPhone. Просто набираем Atome. И вот смотрите, нужно, чтобы оно было именно официальное. В скобках написано официал. У меня оно уже скачано, поэтому я его просто открываю. Мы попадаем на главную страницу приложения. Здесь в магазин можно попасть, смотрите, либо большая кнопка, такая ярко-голубого цвета, магазин, либо левый верхний угол, три полосочки. И у нас здесь тоже прямо посередине есть кнопка магазин. Переходим. Смотрите, выпадает объявление. Периодически в компании проходят акции, поэтому обратите внимание, что будет написано на момент оформления заказа вами. Например, сейчас проходит вот такая акция. Если вы новый партнер в компании, делаете первый заказ, то вам на покупку 2000 рублей придет замечательный подарок, целый сет из 4 зубных паст на основе натурального прополиса. Можно полистать еще, может быть, разная интересная информация. Сейчас я закрываю эту вкладку, и перед нами главная витрина магазина, без разбивки по категориям. Смотрите, если вдруг перед вами есть красная цена, ну, то есть выделенная каким-то красным цветом, это обозначает, что вы видите цены не для зарегистрированного партнера. Значит, вы вошли в приложение не по паролю. Поэтому вернитесь, введите свой пароль, и тогда у вас будут вот такие вот красивые цены. Черным выделена эта цена в рублях, а голубые буквы – это количество баллов, которые вам будут начислены за вашу покупку. Как этими баллами потом воспользоваться, вы можете проконсультироваться у своего наставника в Atome. Что еще хочу выделить? Смотрите, некоторая продукция на сайте продается сетами, и это получается более выгодная покупка по деньгам и также по количеству баллов. Например, смотрите, наш хит продаж Химахим, если одна упаковка, это цена 7000 рублей, и если вы приобретаете сет, ну, например, несколько человек у вас в заказе, да, из 4 штук, тогда цена уже будет 26 тысяч рублей, а не 28, как если бы вы приобретали по отдельности. Также еще хочу обратить внимание, что некоторая продукция у нас идет не по одной штуке, да, то есть, сейчас покажу. Вот, к примеру, маски. Маски тканевые, 800 рублей за упаковку. В упаковке 10 штук. Это не за одну маску. Зубная паста. Да, вот здесь подписано, что это набор. 4 штуки. К примеру, Atome набор дорожный. Боксы. Здесь тоже 900 рублей не за один бокс, а за целый набор. Зубные щетки у нас идут в упаковке 8 штук. То есть 600 рублей вы платите за несколько товарных единиц в одной упаковке. Это на самом деле очень удобно. Всегда можно приобрести такую упаковку. Это выгодно по цене и на всю семью вам хватит. Наверное, обратили внимание на такие вот кругляшочки. Что это значит? Смотрите, у Atome в России два склада. Один в Подмосковье, другой в Новосибирске. И если мы видим, распродано НСК, это значит, что на складе в Новосибирске данная продукция закончилась. Если мы видим, распродано МОВ, значит, что на складе в Москве данная продукция закончилась. Есть еще вот такой вариант, тоже бестселлер продаж, кондиционер Абсолют для волос. Он распродан на данный момент и в Москве, и в Новосибирске. Но продукция регулярно поступает на склады, поэтому такого обозначения через некоторое время может уже и не быть. Как выбрать склад? Это невозможно. Система автоматически распределяет, вернее, прикрепляет вас к складу согласно тому адресу места жительства, который вы указываете при регистрации в своем личном кабинете. Итак, переходим уже непосредственно к заказу. Было вступление. К примеру, вы выбрали для себя набор гигиенических боксов. Нажимаем на квадратик голубой с корзины, значит, этот продукт у нас уходит в корзину.
Искренне всем рекомендую, кстати, попробовать такую позицию товарную. Очень удобно. Но сейчас не об этом. Сейчас я показываю технически, как оформить закат. Итак, система терапии для рук тоже беру. И пусть это будут... Пусть это будет еще мыло для рук. У меня заказ получается, если мы в правый нижний угол нажимаем на значок корзины, переходим в корзину и видим то, что у нас здесь есть. Ну, как в обычном интернет-магазине. Я думаю, многие уже с этим сталкивались. У нас принцип такой же. Итак, у нас мыло для рук в корзине, набор терапии и набор гигиенических боксов. Мы видим, что у нас всего 3 товара. По баллам мы получим 12 900 PV. И у нас с вами стоимость данной покупки 2150 рублей. Да? Нажимаем. Если вы хотите сейчас заказать не все, убирайте одну галочку и выбираете кнопку «Заказать выбранные товары». Я сейчас заказываю все, что положила в корзину, и «Заказать все товары». Нажала кнопку. Дальше мы переходим к полю, где оформляем детали доставки. Итак, смотрим. У нас, значит, данные покупателя, мой кабинет, образовательный центр, к которому я привязана. Вот здесь дата покупки. Смотрите, мы можем выбрать дату. Мы можем провести свою покупку в сегодняшнем дне, либо в дне завтра, либо вчера. Для чего это нужно? Если у вас такой вопрос возникает, я запишу отдельное видео, либо можете обратиться с таким вопросом к своему наставнику. Это очень удобная функция. Многие ей пользуются. Итак, проверяем, чтобы наш номер телефона был указан 2 раза. Адрес наш подтягивается автоматически, адрес электронной почты. Можно нажать галочку, чтобы чек об оплате и подтверждение оформленного заказа пришло нам на электронную почту. Дальше, вот здесь смотрите внимательно, детали доставки. Сначала мы выбираем страну. Нажимаем на страну, выбираем. У нас здесь доступно 2 варианта, выбираем Россия. Итак, получатель. Прописываем снова имя получателя. Это можете быть вы, если заказ вашего кабинета на ваше имя. Это может быть абсолютно другой человек в другом городе, поэтому будьте внимательны. Я заказ оформляю на себя. Номер телефона прописываем снова. Здесь он уже не подтягивается, прописываем ручками. Дальше мы выбираем. У нас несколько вариантов доставки может быть. Это может быть адрес, на который вы уже заказывали. Это может быть новый адрес доставки, если это доставка курьером. Здесь, смотрите, если у вас заказ более 15 тысяч рублей, доставка курьером от службы DPD бесплатная. Если заказ до 15 тысяч рублей, то доставка платная, и нам система покажет, сколько она будет стоить. Если вы прикреплены к образовательному центру, и вам удобен его адрес, и вы сможете туда приехать и сами получить свой заказ, можно выбрать, вот так вот ставим точку, да, образовательный центр. Тогда доставка в этот центр у вас будет абсолютно бесплатная, но забирайте его самостоятельно. И есть еще такой вариант, он, на мой взгляд, самый оптимальный, это самовывоз. Я как раз сейчас покажу, как оформить его. То есть выбрали самовывоз, и у вас открывается вот такая форма. Сначала нажимаем на стрелочку в окошке и выбираем регион, где мы с вами находимся. Будьте внимательны, регионов много, поэтому свой, я думаю, что вы точно найдете. Вот, моя Владимирская область. Выбираю «Искать». И вот здесь мне система показывает все варианты в моем небольшом, кстати, городе. Видите, целых 18 пунктов на данный момент, где я могу забрать свой заказ в удобное для меня, в принципе, время. Так, сейчас я выберу вот этот. Ну, смотрите, да, здесь прописано название, адрес, что это за пункт и по каким дням и в какое время он работает. Ну, допустим, я выбрала вот этот. И снова, видите, у меня я изменила немножко адрес, вариант доставки, и у меня, соответственно, обнулились поля. Заполняем их снова. Я просто поторопилась, да, надо все делать поочередно. Итак. Угу. Все, я теперь смотрю, да, что у меня подтянулся сюда адрес пункта выдачи. В примечании вы можете написать, что, ну, например, просьба позвонить, да, как придет заказ. Кто-то на это обращает внимание, кто-то нет. Но если для вас здесь что-то важное, то обязательно сделайте такую пометку. Дальше способы оплаты. Мы можем оплатить банковской картой. Смотрим, что у меня получилось. Так, мы видим, да, что у нас сумма покупки 2150 рублей, но я пока не вижу, сколько мне и в итоговую сумму нужно заплатить. Нужно нажать в квадратике напротив слова «подтверждаю», так, чтобы получилась галочка. Теперь ниже кнопка «подтвердить».
И здесь теперь я вижу, что у меня доставка в пункт самовывоза будет стоить 350 рублей. Итого, общим итогом я должна буду оплатить 2500 рублей. Я нажимаю кнопочку «Оплатить сейчас». Таким образом, я перешла на форму ввода реквизитов банковской карты. Вводим номер, число месяц и CVC-код. Введите свою электронную почту для того, чтобы сразу пришел чек об оплате. Для вас это подтверждение того, что вы заплатили деньги. И когда все это поле будет заполнено, мы просто нажимаем кнопку «Оплатить», и у вас будет новое поле для ввода пароля, подтверждающего то, что это вы оплачиваете со своей карты, да? И, соответственно, потом будет сообщение о том, что ваш заказ успешно оформлен. Еще раз повторю, что на электронную почту придет подтверждение заказа от компании и придет электронный кассовый чек. Потом уже свой заказ можно отслеживать на сайте компании, и после того, как он передан в службу курьерской доставки, уже, соответственно, по трек-номеру. Приятного знакомства с продукцией. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях под этим видео, либо можете переходить по ссылкам, которые есть в описании, и задать вопрос лично мне. Всего хорошего, приятного дня!